Фотограф Тим Флах снимает животных для рекламы. Снимать зверей труднее, чем людей. Даже самая капризная звезда хочет хорошо выглядеть. А животным это все равно. Они гуляют сами по себе. В этом и изюминка. Why animals? Меня спрашивают, а почему я снимаю животных? А я люблю все непредсказуемое. I like the uncertainty. Среди его заказчиков такие лейблы, как Hermé или Adidas. Снимал он и для фирмы Gore-Tex. Да что там лейблы, звери-то интересные. Обосновался немецкий фотограф в Лондоне. А вот и следующий именитый клиент. Бульдог Чанг, его хозяйка, английская телеведущая Люси Кларксон. Предварительно Люси прислала фото своего любимца с мобильника. Но как оттенить неповторимый характер Чанга, его импозантную личность? На фото Чанг был снят в профиль. Вот, пожалуй, так мы и сделаем. Так лучше всего. Чтобы модели не сбежали, ателье разместилось в подвале. А модели — это змеи, волки и даже летучие мыши. Поразительно, но вспышка зверей меньше пугает, чем можно предположить. Ну, есть, конечно, и исключения. А вообще, животные боятся всего, что они не видят. Или, например, неожиданного шума и, конечно, резких движений. Чанку 2 года. Это его самая первая съемка. Тим Флах щадит новичка. Снимает мало, ждет, пока Чанг сам изволит принять особую позу. Фотограф-анималист должен запастись железными нервами. Тогда и получится шедевр. Шедевры представлены на выставке в Лондоне. Целый год Тим Флах снимал собак во всем мире. Стоят шедевры до 20 тысяч евро за штуку. Поймите правильно, не за собаку, а за снимок. Но они и стоят того. Собаки все разные. Одна личность, другая краса гостиной, третья ну голливудская дива. А некоторые и не поймешь даже, что такое. Но возвращаемся в это дело. Чанг притомился. Перерыв. Эта порода знаменита своим упрямством. Но не хочет он на стол, значит, его и не заставишь. Значит, надо, чтобы у него даже идеи не возникло со стола спрыгнуть. Пусть себе отдыхает, так быстрее получится. Вот уже 2 часа идет съемка. Подоспел и хозяин Чанга, Майкл Кларксон. Может быть, он уговорит упрямца. Но вот, кажется, момент настал. Давайте посмотрим, предлагает фотограф. Он не совсем доволен, но Чанг больше работать ну никак не хочет. Могучий он получился, прямо как символ. Может быть, символ британских добродетелей, спрашивает хозяин. Ну вот и все. Британец Чанг честно заслужил свой чисто британский ужин. Роскошный, кровавый. А Люси Кларксон, пусть будет цита, успехом своего любимца. У нее диета.